Продолжается обсуждение изменений в законодательство об организации местного самоуправления. Сегодня круглый стол этому вопросу посвятил профильный комитет Госсовета Чувашии, пригласив к разговору депутатов, представителей партий, общественности и власти. Если говорить о принципиальных изменениях, их не очень много. Первое, вводится такое понятие, как городской округ с внутригородским делением и внутригородской район. В Чувашии под это понятие попадает только Чебоксары, но дробить его на части нецелесообразно. Это, кстати, тот редкий случай, когда все фракции парламента Чувашии высказались единогласно. Еще один важный момент. Уточняется перечень вопросов местного значения. Иными словами, с одного уровня на другой передаются полномочия. С 1 января 2015 года перечень вопросов местного значения. Сохраняя за городскими поселениями уже регламентированные в законе вопросы местного значения, а их 39, законодатель закрепил за сельскими поселениями всего 13 вопросов, оставшуюся часть возложив на органы местного самоуправления муниципальных районов. В то же время предоставлено право субъектам Российской Федерации самостоятельно перераспределять полномочия между местными и региональными органами власти. Что касается выборов местного руководства на уровне сельских поселений и районов, предлагается объединить полномочия главы и руководителя администрации, в городских же округах оставить все по-прежнему.